На западе Германии остановили движение поездов из-за штормового циклона. Железная дорога в земле Северной Рейн-Вестфалии полностью парализована, это заявили в компании Deutsche Bahn. В том числе прервано сообщение с Гамбургом, Ганновером, Франкфуртом на Майне. Кроме того, закрыты направления в Нидерланды и Бельгию. Мощный ветер валит деревья и срывает крыши домов. Известно, что один человек погиб.